Еще громче. Дамы и господа, а сейчас хотелось бы поприветствовать замечательного человека, доктора медицинских наук, профессора, доверенное лицо президента Российской Федерации, большого поклонника художественной гимнастики, академика Лейлу Адамян. Нашу программу продолжает достаточно новый и экзотический вид спорта – мужская ритмическая гимнастика. Глеб Голковский, город Петрозаводск. Глеб Голковский. А сейчас встречайте воспитанниц Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике Москомспорта под руководством Ирины Винер-Усмановой. Композиция «Ах, эти тучи в голубом». Постановщик Ирина Зеновка. Весь фронт раскален от огня, лупят зенитки три ночи, три дня. А в гимнастерке на снимке ты обнимаешь меня. Ах, эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем. Если останусь живым на войне, встречусь с тобой я в родной стороне. Только пока я воюю, ты не забудь обо мне. Ах, эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой
Юнкерсы кружат и небо в огне. Думай, родная, всегда обо мне. Из-под небесья мне виден милый твой профиль в окне. Ах, эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс в мажоре. В голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой станцуем вальс. Центр олимпийской подготовки благодарит за костюмы благотворительный фонд Алины Кабаевой. Мастера спорта международного класса, многократные победительницы и призеры всероссийских и международных соревнований, призеры соревнований Кубок чемпиона «Газпром» имени Алины Кабаевой Арина и Дина Аверины. Венгерская рапсодия. Постановщик Вероника Шаткова. Дина и Арина Аверины. Сейчас специальный гость нашего гала-концерта, продюсер проекта «Голоса любви», обладатель музыкальной премии АМА в номинации «Открытие года», певец и композитор Майкл Найт. 16 апреля Майкл ждет своих друзей на сцене Кремлевского дворца. А сегодня он исполнит одну из своих новых композиций «Delight». И на гимнастическом помосте многократные победительницы всесоюзных и международных соревнований
Сборная команда Москвы в групповых упражнениях. Once upon a time, every soul you touched was on fire from you.